Сейчас мы вам продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода тибетский мастиф, возраст 10 месяцев, кличка Байсан. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Басян, ко мне. Хорошо, ко мне, повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, гуляй. Красавец. Ко мне, Басян. Хорошо, ко мне, повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, ко мне, гуляй. Ко мне, Бася. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Бася, хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, Бася, хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, спасибо. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали отработку команды ко мне. Порода тибетский мастиф, возраст 10 месяцев, кличка Байсан, свою работу окончили.